Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Наза Абдулвасиева не очень любит публиковать в своем инстаграме снимки и видео детей от известного телеведущего Александра Гордона. Но недавно она сделала исключение, чем очень порадовала своих поклонников. Первый раз после развода она показала видео с 5-летним Сашей и 3-летним Федей. Давайте его посмотрим. Когда мы вперед сделаем? Нет, вперед ходит здесь. Вот так. Угу. Значит, за белым? Нет, белых нельзя. Это мамины. Это мамины. Белые – это мамины. Мам, ты оставляешь свои? Еще один угу. Главное, это можно без? Если черные, туда. А то хочешь с нами? Я не умею. Какие милашки, согласитесь. Наза подписала видео довольно коротко. Мои большие маленькие парни. Вот только лишь малая часть поклонников обсуждала мальчишек и то, на кого они похожи. А остальная часть подписчиков рьяно спорила, почему развелись Гордон и Абдулвасиева. Возникало много версий, но самая популярная – большая разница в возрасте. Поклонники сошлись также на том, что старший Саша похож на папу, а младший – на маму. При этом их называли восточными красавчиками и предупреждали маму, что скоро не будет отбоя от невест. Когда одна из фолловеров спросила под видео, не забыл ли папа о своих детях после развода, посещает ли их и проводит ли с ними время, Наза ответила, что им не на что жаловаться. Гордон – прекрасный отец и даже сейчас много времени проводит с мальчишками. Напомним, несколько месяцев назад жена Александра Гордона подала на развод, и 17 июля все бумаги были оформлены. Представители пары рассказали журналистам, что расставание прошло цивилизованно, и супруги договорились обо всех тонкостях раздела имущества и опеки. Суда не было. Если вам понравились эти милые мальчишки, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!